Эти дети, как никто другой, знают цену домашнего уюта и тепла. Больше, чем остальные, понимают значение родных людей в жизни каждого человека. Но пока в ожидании чуда они живут здесь, в Быковском детском доме. А их семья – это воспитатели и такие же ребята. В День защиты детей к ним приехали гости, и, конечно, не с пустыми руками. Подарок, я думаю, понравится ребятам, и это будет, возможно, все ваши приключения, поездки, путешествия запечатлеть. Ну, а потом, наверное, будет какой-то день, устроим праздник и посмотрим фильм, который сделают сами ребята. Здесь те люди работают, которые выбрали непростое дело, очень сложное. Знаете, детей вообще воспитывать трудно. Кто воспитывает собственных детей, внуков, знает, как это сложно. А как трудно найти ключик к ребенку, который... Ну, так получилось по жизни, что он испытал сложности, трудности. Та или иная причина привела его к тому, что он в этом доме находится. Ребята радушно встретили гостей и подготовили для них выступление, а после показали свои комнаты. В каждом помещении живет по 2-3 воспитанника. Ремонт сделан хороший, помещения светлые и уютные. Показали кабинеты, в которых девочки занимаются рукоделием. Девочки любят шить. Ну, некоторые. По-разному. Да. Как всегда. Они у нас талантливые, но иногда не во всем. Но это очень кропотливо. Ну, вот те, которые в отдельной школе с ограниченными возможностями здоровья, они, конечно, профессионалы. Ну, они шьют прекрасно, их там обучают. А наши, они больше любят, наверное, что-то сделать, изготовить. После официальной части ребят в честь праздника повезли в цирк имени Вернадского. Ирина Зинченко, Александр Винченко для программы «Городские вести».